Привет, огромный. Долечка, привет, маленькая. Жарко и вообще. Многие зрители пишут, покажите нам, как там Доли. Хотим смотреть, как там Доли. У нее все хорошо, только то, что ей очень, ребята, жарко. Вот она уже 3 раза выходила на улицу, бегала. У нее и вода есть, в принципе, и корм есть, все. Но жарко ей очень. Да. Моя ты квіточка. Виходила, в туалет ходила, да? Усінька, Колін. Вільчика не пускає, а всі бутусики спять. Вон, тут віддельно спить, видите, один. От, а тут у неї, от під нею, от ще раз, два, три, чотири, п'ять. Да? Соти, соти, залку тобі, залку. Пішли на вулицю трохи, погуляєш, хай вони сидять. Пішли, йдемо. Ходи, Долечка, ходи. Ходи, іди сюди. Ну йди. Ти ж будеш сидіти, тобі жарко. Ну, пішли. І вода у неї є. Мама, може Долі взяти трохи на вулицю, бо щось їй жарко. А глянь, як вона дише тяжело. А, тому що діти всі сплять, а вона... Так, вийде сюди, випускає. Так вона не хоче. А ти чого один спиш? Ти. І ти чого один спиш? А ну йди до своїх братиків спати. Не, ти як некрасиво сплять. Боже. Лізуть. Ой, які красиві. І всі лізуть. Шевеляться. Так що хто просив, пожалуйста. В каждом влоге буду по чуть-чуть вам щенков снимать, чтобы вы смотрели. У них тьфу-тьфу, все хорошо, растут, кушают, только то, что еще глаза не открыли. А Доли тоже нормально и кушает, и питается, у нее корм у нее есть, и вода. И выходит на улицу, и туалет ходит, иногда с Вилли ходит, играется. Только что он гавкала, там девочки на велосипедах катались на улице. Все, зашевелилась, гляньте, как черви. Обрізується, смотри, вона обрізала. Я зараз йому дам снітки. На, Вічка. Вітаміни. Що? Вітаміни? Не хоче, там вітамінчик. Артем, святий приїхали, бонжур привезли. Привіт, привіт. Артем, колесо пробилося, він докатку поставив. Давай, розказуй. А, розказала сьогодні історію? Да, мама говорила, що ти кого-то сьогодні бачив. Я сегодня ходил в магазин, пошел в магазин, я не помню, пошел я ходил, ну уже не помню, не частенько. Так ты ж не мама ходила в магазин. За сигаретами он ходил. А. Не только сигареты. Не только. Не только сигареты. А, я покупал морковку, покупал сегодня филешки. А что, уже нема морковки у нас свои? Ну, у нас есть кому кушать, и Виля, и кролики кушают. Кролики едят. Я сегодня сделала корейскую морковку, да. Бабушка кушает тоже, чтобы зрение повышалось, да, потому что она один глаз не видит. Надо побольше и морковки кушать, чтобы зрение было. И, короче, я шел назад. И смотрю, бабушка стоит, смотрит на меня. Она уже старше, я не знаю, сколько ей лет, она с палочкой. А вот где-то так прикольно, у нее такая шапочка такая красная. Это она где было? Напротив магазина «Ветерок». А, вот тут. Она стоит, я говорю... Вы что-то хотите? Она молчит. Говорю, может вам денег дать? Она так мне... ты сам до ней пидишь? Я проходил, она на меня смотрит. А ну, я говорю, вы что-то хотите? Она молчит. Говорю, вам денег дать? Она говорит, не, говорит, вы дорогу переходите? Я говорю, не, я говорю, тут живу, иду прямо. А она говорит, можете мне через дорогу перевести? Я говорю, проведу. Взял ее за руку. А движение машин сильно много, там шли и фуры, и это. Я говорю, вы слыхали, что была авария? Она говорит, я знаю. Так стою, она говорит, у вас один сын. Я говорю, да, у нас сын, говорю, с вами не живет. Я говорю, нет. Она говорит, вы тут живете за поворотом. Я говорю, так мы живем. Может, зрительница наша? Может, действительно зрительница? Не, она не зрительница, она уже старше, она и телефона, и такого, дети в интернет, что-то смеешься. Она старше нашей бабушки. Так а откуда она знает? А я откуда знаю? А я говорю, а куда же вы так далеко, говорю, что плохо видите, собрались? Она говорит, ВТБ. И все, это что сказала, один сын с вами не живет? Ну, я ее перевел через дорогу, она поблагодарила и...
Більше нічого не розказує? Ну, більше нічого не розказує. Так, а чого ти не спитав? Де вона живе? Може вона яка-то гадалка? Можна було піти до неї? Так я не думаю, що вона буде перша. Якщо вона десь тут сідає, значить вона десь тут і живе. Може будете бачити. Не. Вона... Я не пам'ятаю, як вона... Так що це не вірю, що більше нічого не сказала. Тільки два слова тобі сказала оце, що... Ну та я ж не так, що я став з нею полчаса розговорював. Чу, я б став, та й сказав. Там скільки пари сьогодні. Давайте побалакаємо. А я теж їхала раз, була мені такий случай, я їхала в маршрутці. І зі мною їхала жінка, вона теж говорила, що вона обладає якими-то способностями. И что ты с ее кто-то обидит, она может сильно разозлиться и потом, ну, может быть, не... Ну, мне кажется, на самом деле это просто те, нет, которые хвалятся этим, вот именно нет, этого ничего и нет. Не, она не хвалилась, а вот ты знаешь, она ни с кем вообще не разговаривала, мы в маске сидели. И она начала мне там то за родственников кого-то рассказывать, то еще что-то, то за книжки говорили с ней, не помню, какая у нас тема была, что-то за психологию говорили, да. И вот она потом начала это говорить, я еще думаю, почему она именно мне такие, ну, вопросы задает. Ну. Может, действительно какая-то Андрюха? И ты веришь, Артем? Она говорит, я что не у нее было такое, я даже не могу в детстве. Понять, верю или не верю. Она говорит, что ее даже боялась, короче, Ариана, как она говорила, что бабушка не любила ее. Бабушка была со стороны отца, не любила ее. И вот когда она ей гадости всякие говорила, она ее даже в какой-то степени боялась. Если бабка что-то ей плохое говорила, и вот она ее так доводила, что после этого бабушке становилось плохо. Вот это мне тоже я раньше тоже не верил. Но раз я столкнулся... С чем? Ну, с этой гадалкой. А с кем ты столкнулся? С кем ты столкнулся? Ну, раз такой был случай, что вот меня не тянуло, чтобы я не шел, это, а пришел, а мне говорят, мы тебе в печку вызывали. Да. Как это понять, печку? Вот так в печку вызывала, ее, типа, как бы, там, родич или кто была, бабушка, прабабушка, ведьма или что, понимаешь? Я на следующий день уходил, типа, я вот вечером уже хотел домой ехать, это, ну, я ж, тропинка идет до автобуса, я зашел, я потерялся. И опять возвращается. Я не мог. Я даже не возвращался до утра. Кружал, в лесу до спал. Утра в лесу. Я не мог. Я вот такой бродил, я не мог выйти. И тропинка. По тропинке идешь, и она стемнело, не туда... я не мог выйти с тропинки. Ни туда, ни назад. Это да, я так сумку положил, я так и спал. А в Чернополе, когда маленький ты был, помнишь? Что, серьезно? Это ведьма, ведьма. Я никогда этого не верю. Я никогда... Как ты говоришь, что да, это все... Вот да я раз столкнулся... Я единственное, когда мы были, вот... Это когда мы кости с тобой находили, вот там, да? Да, воду подливала, да, помню, есть. Ну, но... печку вызывали, я никогда, да? Ну, я не знаю, я... Мне я так, ничего я такого... так, например, рассказывали, я думаю, да, что там, что такое может быть, что такое может быть, ничего такого не может. А вот когда раз столкнулся, то туда поверишь. Я помню, когда мы в Ереме, когда я в Ереме ехала, работала на Буковеле, у меня был такой случай. Бабушка там какая-то в Ереме жила, что ее все боялись. Даже шоферы, если она останавливала, они видели, они все останавливались, ни один не мог проехать. Нее боялись. Она, по-моему, че без руки, че без ноги, у нее проблема была. Ну, и она, ну, она очень, я, когда я ехала, она, кстати сказать, от нее запах алкоголя даже чувствовался. Но шофера говорит, что у нее до такой степени боялись, она вот именно обладала какой-то силой большой, что если ты не остановился, бы проехал, с тобой бы потом могло что-то случиться. Так вот у нас был дедушка на Западной Украине, он сейчас уже умер. Жил... Значит, сейчас расскажу. Там был мульфар какой-то. Не, это не то. То, что там мульфар, это все. Не? Это такой мульфар был, как на балерине. Значит, там дедушка был старенький, он же умер. Но у него есть сейчас приемник, чи приемник, как это правильно сказать. Значит, далеко в горах живет. Надо ехать в село, потом 7 километров пешком идти. И он где-то там, у него хата в горах. Ну, такий мужик, до нього всі люди їздили, скільки я у знайомих спрашував. От знайома з Італії моя одна їздила к нему, у нього мама і, господи, отчим
как его, румын, по-моему, от Кристина. И они ехали, и машина из Италии ехали к нему, и этот румын сидел, смеялся в машине, говорил, что «Та, це все чос, машина поломалась по дороге». Да. Обратно смеялся, тоже машина сломалась. И у них там что-то с отцом случилось в Москве, чи, да, что-то случилось. И вот этот дедушка сказал, каже, «Вижу, каже, в белых стенах, каже, садить». Они умер, дали труп, но не его, оказывается. Да. Что они не верят. То есть живой, говорит, но в белых стенах не выйдет, кажется, с белой стены, понятно? Это как в белой стене? Ну, или в больнице, или дай сюда. Он в России поехал на работу. Да, и сколько таких случаев у меня... Не пропало, в аварию сказали, что попало, но они не верили, что да. И дали тело, потому что он был закрыт. А знакома в меня кошелек украла на меблях на рынку, продавала, поїхала до того деда, каже, прийди, каже, на базар через 4 дня принесу кошелек. Прийшла на базар через 4 дня, принесла кошелек со всеми деньгами. Такий сильний був, що до нього всі їздили і... Слухайте, так прийшла, вона забере деньги з кошельком? Да, а да. Подкинули кошельок через 4 дні. І знаєш, що этот дід, що мені подобається, не приймав ні репортерів, ні журналістів, нікого абсолютно. Ні президентів, ні вищих чинов. І щоб от к нему приїхати, він, во-первых, деньги не брав, а во-вторых, ти мог там 3 сутки ночувати. Надо сіно сложити, траву покосити, і тоді він тебе прийме. А, і, то говорили, есть бартером, да? І говорили, що у нього какой-то чорний кот сидить в другій кімнаті, да, що він такий, поняв? Да. Он говорив кота ребенка. Ну, он взяв мальчика з дитдома, как чувствовал, що он умрет, он взяв мальчика. Да, он умер, а мальчик остался, он ему как передал все свои способности. Вот не знаю, ездят ли люди к этому, но мне бы очень хотелось сюда. Но говорят, что очень опасно к нему ехать. Надо ехать, что ты веришь. Если ты едешь просто перепроверить, то с тобой что-то случится по дороге. Поэтому вот надо целенаправленно, что тебе нужно. Ну, такий був мужик, кажуть, що ти поїдеш, він тобі сразу скаже все, от, що так, як є. Я думаю, що якщо вірити, то тільки на одного Бога вірити, а більше ні у кого вірити не можна. Скажи тоді, откуда бабушка, оце, що тато побачив, знала, що, що один син, я не знаю. Це може бути якесь совпадіння. Я, ну... Уже це зрительниця наша. Ну, я в таких... Ну, бабушка не може, вона в інтернеті куди. Я в таких ситуаціях не бував, тобто мене ніхто так не провіряв, знаєш, той, що знаю тільки я, наприклад, і, ну, тобто я не можу в це вірити. Да, мы когда были в Италии, Коляня маленький остался, у нас там бабушка такая была в парку, она гадала на картах. И она попала в больницу, а она Колю знала. И Коля проходил возле больницы, и она говорит, Коляня, зайди ко мне. Коля побоялся, она ему хотела дар передать, а Коляня побоялся. Ты знаешь, мне одна женщина рассказывала, каже, она вас за руку брала? Я кажу, да. Да. И говорит, и не надо было, чтобы она вам карты передавала. Каже, если она перед смертью брала вас за руку, а я помню, что в больнице, когда я был, значит, она это, ну, я уже не помню, много лет назад. Это бабушка, мама ей делала перевязки ногивные, язва ноги была. И были трофические язвы, ты знаешь, я пришел, она ни денег ничего не брала. Женщина. Вот я пришел, и она говорит, ну, знаешь, вы в скором времени, говорит, получите паспорт, и вы уедете далеко. Она мне все рассказала. И она говорит, вы уедете далеко, много лет живете на это. Вплоть до дома, сколько будет квартир, все, она все рассказала. Серьезно? И да, и я был в больнице, и я помню, она подошла в травматологии, и вот так взяла меня за руку, и каже, приди до меня 12 часов, каже, завтра. А я отак, як оте зараз, отакі в мене глаза круглі, а, знаєш, а вона отак хрипіла, мені страшно було, я маленький був, я, може, літ 13-14 мені було. І я не пішов на слідуючий день, іду вже похорон неї під під'їзду. Так? Да? А мені жінка, вона каже, вона вас за руку, да, каже, вона вас за руку брала, каже, я кажу, да, каже, то їй не треба, каже, було і карти передавати, каже, да. Отак. Ну, у нього був 66-й дом, 6-та квартира. Да, ну, так і 6-й був. Так это же этот же символ мы дьявола. Мы жили в 13-й квартире. Символ дьявола. 3 шестерки. Ну, мы никогда не задумывались. Так, а потом, когда посмотрели 66-й дом и 6-я квартира, то наоборот это, наверное, хорошо. А вы заметьте, у нас, как мы жили в 18-м доме, 6-я квартира. Здесь у нас какое? 68. Да? На средней шестерке. Все. Почему он просто? Ну хорошо. У меня бабушки. 13-я у меня обе бабушки жили в 13-й квартире, хотя живут в разных районах. Да, и собачки тоже 6 штук, кстати. Да, и щенку у нас 6 штук, точно. И кролики в 6 штук. Не, кроликов 5. Ну, вместе с мамой 6. 10 пальцев, точно.
И 10 вальцев, да? Да, это. Ой. Да, это смешно. Просто когда не попадаешь в такую какую-то ситуацию. Потом... А ты, Артём, а как тебе можно заставить поверить в что-то? Я же говорю, ну, как заставить? Перепроверить. Я тоже. То, что будет только знать я, и если она это что-то скажет. Ну, опять же, откуда я буду знать, что она, например, кто-то ей что-то не сказал? О, так ты можешь... Так подожди, ты можешь ехать, например, не в Днепре, а вот едь вот далеко на Запад, ну, поедь. Кто там вот едет? По интернету, думаешь, бабушке расскажет? Че она сидит в интернете в компьютере? Да ничего, как бабушке уже где-то 80 лет, то бабушка сидит в интернете, все читает. А я тебе хочу сказать, это как же говорили, вот... Ну, так вот ты говоришь, что ты не хочешь, мы знали. Магов. Ну, видите, что-то ж маги где-то провтыкали поворот, что проиграли. Хорошо, провтыкали, а ты говоришь... Что-то они туда завели его. А как Сталин пользовался то же самое? Ну, про Сталина не знаю. Были у него тоже были люди, которые ему показывали все. Значит? Не, как же, Вольф Мессинг был. Тоже был. Да, у него же был вот этого дядька. А помнишь, что говорил вот этот Вольф Мессинг? Мессинг. Когда ему привезли в школу, 30, он пришел в школу разведку, 30 человек было. И он говорит, вы можете научить их, дать ну, им дар, чтобы они могли видеть это? А как он сказал, среди всех нет ни одного лунатика. Он может дать только человеку, который лунатик. Он на всех их смотрел, он видел, что с одним может быть случиться, что со вторым, что с третьим, но среди всех этих 30 не будет ни один человек, которому я могу... Передать свои эти. Ну, научить этому гипнозу, все остальное. Он говорит, нужен человек-лунатик. Этот, который вот. По ночам встает и да. ходит, да? Да, вот я была таким человеком. Да? В детстве лазила. Я тоже ночью ходил. Так, может, тебе дар передал? Ночью ходил? Я тоже ночью ходил. 31-й. В холодильник, до холодильника. Не, серьезно, такой батя рассказывал. Утром рассказывал, я ничего не делал. И я маленький ходил тоже, да. А потом повели до бабушки, какой-то старший. Я сейчас помню. А ну потом перерастаешь уже и не это. Тесто на голову ложила, вилка с ножом, что-то там она, какие-то молитвы, это. Три раза меня повели, и я перестал. Я бегаю, я могу бегать во сне. Ну это после футбола обычно я бегаю. И сейчас так же. В смысле бегаешь? По хате? Ну, сейчас? Нет, в кровать я могу... А, боже, думаю, может, он спрыгает и футбол играет. Ты знаешь, что я просыпаюсь, потому что меня кто-то бьет. А я бью. Ну, это потому, что целый день нагонялся, знаешь, нет, да. Ладно. Света. Очень. Иногда разговаривают так хорошо. Сыщу тут каждый день сидит, плачет. Где? Вот ну, я видел его на вот этом столбе. Да, он постоянно каждый в один и тот же день приезжает и плачет. Потому что там сова маленькая, если и два дня назад бачит, такая красивая, да.